Вот это удар. Ах, исход. Ай. Такой удар был. Прям сходу сразу. Не щупал, прям бамс и все. Так отчетливо клюнул. Ага. Вот была опять поклевка, но это уже другая, этот окушок. Этот я почувствовал, как кусает. Маленький. А не, хороший. Хороший. Кушок. Такой. Привет, друзья! Очередная посылка из рыболовного магазина «Рыбалка Шоп». В данном заказе я заказал новый шнур. Шнур четырехжильный, 0,8 по японской классификации, цвет мультиколор. Ну и что хочу сказать. Вы видели последние рыбалки, я жаловался сначала с 0,4 шнуром, окунь затягивает вот здесь. Кувшинки, такие вот тяжелые условия. В общем, происходили обрывы, поставил леску 0,2, потом 0,17. Даже одолел крупного головля. Ну, леска, в общем-то, неплохо в микроджиге, но тем не менее. Зацепы, леска тянется, не получается сдергивать, теряешь приманки. В общем, думал, что делать. Недавно я заказывал и записывал анбоксинг на шнур. Тоже четырехжильный, тоже 0,8 от UGK. В общем-то, что я хочу о нем сказать? Ну, с реговым 2500, с фуэго 3000, в общем-то, неплохо. Но вот когда поставил на ультравайтовую катушку, это Касадака Мантикора 2000 с неглубокой шпулей, 2 или 3 намотка на гайку фрикциона, потом было, наверное, штук 5 сбросов петель, хотя благополучно решил, но тем не менее, в общем, быстро мне это надоело. Ну и самое главное, плохой вылет, то есть с воблерами, с волкерами, кренками летит плохо. Значит, думал, что делать, купил вот этот шнур, значит, две бобины соединены по 100 метров, как раз сюда вот без бэкинга вместило 100 метров, ну и на регал поставил, ну там бэкинг. Шнур называется Pantone 21 Extreme, значит 0,8 или 0,148, 12,5 либра, 5,7 килограмм на разрыв. В общем, сегодня провел 4-5 часов. Что я хочу отметить? Вылет замечательный. То есть, вот, скажем так, 4-6 грамм, ну вот 6 сейчас в данный момент стоит, то есть 35-40 метров я бросаю просто легко. Раз. Были несколько зацепов, сдергиваю, обрываю кувшинки. То есть шнур очень крепкий, крепкий на узле. Ну, единственное, шумноват. Удалось поймать несколько куней. Сначала был дождь, гроза, там вроде как начало клевать, потом затихло. Сейчас вот поймал окушка, был здесь сход, тоже что-то хорошее взялось. В общем, такой вот шнур рекомендую. Ну, я ловил похожим, поэтому, в общем-то, сомнений в нем нет. Заказать можно по ссылкам ниже данного видео. Но я с вами прощаюсь. Немножко поклевок на дорожку. Палец вверх. Подписываемся на мои каналы. Ссылки ниже данного видео. Всем пока. Ничего себе. Вот такая щука. Стоял под бревном. Ай-яй-яй. Спугнул. Вот тут под коряжкой стоял. Что он там делал? Прям вон. Смотрите, муть пошла. Павлик не хочет. Идет гроза. И прям все замерло. Сейчас, наверное, будет что-то.
Ничего себе. Сразу на первом забросе. Хорошая поклевочка. Так, шнур чуть-чуть шумит. Опа. Опа, друзья, видали? Первый заброс. Первый заброс. И сразу ударчик. Вот такой окушок. Друзья, под ногами стою. Рыбалка в отвес. Пузырится, это к блажному. Надеюсь, он все-таки затихнет. Вот, друзья, я с этим шнуром уже 3 или 4 раза повесил на кусты. Я до этого недавно записывал анбоксинг. Тоже 4-жильный шнур. Но с ним совсем другой вылет. С этим прям летит вообще. Очень хорошо. Причем вот я пенсил бросал. Ага, кто-то тюкнул. Но без продолжения. Стаскивает приманку и все. И потом за хвост дергает. И не могу подсесть. Ага. Вот. Стоило сделать паузу. Слегонечко подбросить. Не продолжать проводку, а так на месте потоптать. И сразу был удар. И вот он, очередной красавчик. Хоть бы нож закончился. Прям сегодня такие планы были порыбачить. Ай-яй-яй. Сейчас сфотографирую. Очень странно, что не сошел. Я зацепился за куст, дергал и даже не посмотрел, что разогнул крючок. И окунь не сошел. Не знаю, как он зацепился.